Всем привет, друзья! Сегодня утро, четверг, 17 число. У меня началось оно не очень выгодно, но я надеюсь, что очень вкусно. Сегодня я посмотрела рекламу мини-бащинского. Вот эти вот маленькие такие сосисочки. Как красиво в рекламе они делают, заливают яйцами на сковородочке, и сверху такая зеленушка. Мне очень их захотелось, потому что я видела, что они по акции в Форе. И сегодня утром забежала я в Фору, шла со школы, и знаю, что они по акции, беру по акции, значит, вот такие вот мини с куриным филе, посмотрите, какие они красивые, без оболонки, готовы к употреблению. 350 грамм вот такие вот, маленькие, классно выглядят, очень-очень уже, я представляю себе уже это блюдо. И Радомир, я его брала. Он тоже был по скидке, но он очень вкусный, вообще классный, именно вот этот. Радомир, стоящий очень сырок, думаю, возьму. И, конечно же, мои любимые сливки, потому что в АТБ они пропали. Как только я что-то хвалю, оно пропадает почему-то в АТБ. Ваниль, карамель, простоквашина, очень-очень классная вкусняшка. И, значит, подхожу к кассе, передо мной мужчина уже начал жаловаться, что он берет одно по скидке, а цены совершенно другие. Ему начали объяснять, что сегодня четверг, переоценка. В общем, бегает там администратор, и она не успела поменять цены. Мне точно так же пробили. Значит, мне дали выбор. Ну, мы вам можем отменить. То есть, естественно, деньги никто возвращать не будет. Это подошла, администратор начала извиняться, что она не успела цены поменять. Мы вам можем отменить. Я говорю, мне отменять не надо. Мне отменять не надо, потому что, знаете, я уже все. Я если что-то захотела, все. Я вижу уже это блюдо, к примеру, я уже вижу эту сковородочку, как я это все делаю, заливаю яйцами, как она выглядит, эти сосиски. А их мне купить больше негде. Где я их куплю? То есть в другом магазине нету. Кофе я тоже уже нацелилась, скажем так, пить с этими сливками. Поэтому говорю, нет, отменять не надо, ну что делать? Пришлось взять без скидки за 20 гривен, знаете, я с ними ругаться, тратить свои нервы, нервы дороже не буду. Вот, чтобы они мне там возвращали эту разницу. Понятно, что никто ее возвращать не будет, только через ругань. То есть я на нее не пошла. Итак, показываю. Сливки 16,90. Получилась цена, по-моему, даже по скидке все-таки сливки. Дальше. Сыр 36, ну немного там, 5 гривен получаю, даже меньше. 36,90, а так он там был, да, 31,90. Вот. Но он очень вкусный, не стоит этих денег, просто я решила взять, потому что оно все стоит этих денег. И сосиски 54 гривны получились. Ну, думаю, все равно, уже говорю, я решила взять их, тут по видео много. И попробуем куриное филе. Что-то она мне тут еще напробивала. Боже мой, я как посмотрела йогурт, потом отминусовала. Я йогурт и не брала. Это передо мной мужчина брал. В общем, дурдом, балаган, конечно. 108 гривен, но, я же говорю, и так не очень приятная ситуация. И так были такие мини-разборки, но дальше я не захотела идти. Я же говорю, мне свои нервы дороже. И за 20 гривен ругаться... Нет, если бы там была еще сумма какая-то такая, знаете... Даже меньше получается. Сосиски были 38. Это сколько? 15 гривен разница. Нет, думаю, не буду. Уже раз захотела, все. Значит, будет так. И покажу вам сегодня, как я буду делать, как я себе увидела уже в мыслях, какой у меня будет завтрак. А сейчас, друзья, будет коротенький обзор, такой, как мы пробежались по Lavini Mall. Мы были в нескольких магазинах, это Спортмастер. Хотела вам показать, какие сейчас коньки красивые продают, классические, белые, 799 гривен. На самом деле выбор большой, разный на любой вкус и цвет, и также разные
сцены. Это более спортивные варианты. Также есть вот такие детские, вот самых маленьких размерчиков. Ну, как вот самых маленьких? Не самых, но маленьких. Вот такие есть спортивные детские. 799 гривен на мальчика и на девочку. Вот такой рюкзак мне понравился от торговой марки Skechers. Это есть такая обувь, знаете, очень классная. Ну, конечно, дорогой, 999 гривен. Хотя сейчас в Спортмастере скидки, на самом деле, реальные, хорошие скидки. И я буду сейчас мерить куртку и покажу вам реальные цены, потому что месяц назад мы были, действительно были цены выше, и эта цена сейчас перечеркнута, без никаких, знаете, добавок. И идет скидка. Вот такие дутики мне понравились, но это детские, смотрите, зимние. Хорошие такие, разных цветов. Очень мне понравились. Далее я начала мерить пуховики. Кстати, сейчас в Спортмастере действительно скидки 50%, но не на все модели, на некоторые. Вот эта Колумбия красная была. Раньше она стоила, по-моему, 7 тысяч, сейчас 3 500. И вот такой синий пуховик, это не Колумбия, это Outventure. 70% пух-перо утиное. Очень теплый, длинный. Напишите, как вам, какой вам больше понравился, красный или синий. И в конце видео, досмотрите до конца, вы узнаете, что купила я или не купила. Далее мы зашли в магазин Sensei, в детский отдел, уже любимейший магазин. Чуть-чуть вам покажу немножко обзорчик. Также появились вот такие вот всякие декоративные штучки, чашечки интересные. Вот, допустим, такой набор чашек новогодний, 69 гривен. Цены, кстати, очень порадовали. Зеркало, смотрите, один в один, такое как в Юске. И разные штучки для дома, подушки. Вот такая очень красивая чашка мне понравилась, 109 гривен. Оригинальные зеркала, которые нужно подвешивать, да, на цепочке, на нитке, на ткани, там разные. В общем, досмотрите видео до конца, и вы узнаете, что мы купили. Пойдем померяем? Да. Всем приветик, друзья! Вы уже увидели обзорчик коротенький. Сегодня мы были в Lavina Mall и покажу вам покупки. Были очень крупные, но мужа покупки я не буду вам показывать. Там всякие теплые вещи, термобелье. Значит, я покажу то, что мое и детское. Значит, первое — это Спортмастер. Очень выгодные сейчас скидки, потому что мы были в Спортмастере буквально месяц назад. И были цены совершенно другие. Сейчас реальные скидки, 50% есть. Ну, не на все вещи, на избранные.
Первая эта курточка, которую я вам показывала обзор. Синяя, ее все-таки купили. Она получилась 57% скидка. Вот, можете сейчас посмотреть. Это моя вот эта синяя куртка. Пуховик женский. 2131. Представьте себе, это 52 размер. Но на самом деле это просто L-ка. Я вообще ношу M, это был L. Других размеров не было, поэтому она была по скидке 57. И я в ней вообще себя свободно чувствовала. Я ее одела, даже не глядя на размер. Потому что она вот свободная, но она очень теплая. 70% утиное, да, по-моему, перо. Поэтому пуховиков никогда раньше не было. Именно из настоящего пуха я носила, знаете, ну, такие синтепоновые курточки. Так, давайте покажу вам, что здесь у нас. Это у нас магазин Декатлон, это Матвейкина. Значит, я ему взяла вот такую вот шарфик Демикс. Ну, как они называются еще? На горлышко, это он вывернутый. Просто такой флисовый, черный, я думаю, вы все знаете. Оп, вот так вот он выглядит. На мальчика. И здесь затягивается. Очень удобно ему будет одевать. Раз сам себя одел и в школе, да, и затянул. Значит, он стоит... Нет, это не Декатлон. Это Спортмастер был, да. Это Демикс Спортмастер. И он стоил... Так, сейчас я вам найду. 120. Гейтор, дитячий черный. Вот он. 120 гривен. Гейтор называется. Дальше Матвейки мы обновили шапочку, вот такую вот взяли, оказывается, она была такая дорогущая, но и так она не дешевая. Но нам более-менее, как бы, так на него там не было особо шапок, которая под куртку такой зеленая, у нее желтая, думаю, подойдет, и вот этот трансформер. Мне понравилось, что она внутри, смотрите, какая, флис, и это обалденная фирма Лесси. Лесси — это дорогая, да, фирма для детей, они делают зимнюю одежду, комбинезоны, куртки там, насколько я знаю. И она такая вот тепленькая. Вот такая шапочка зеленая. 226 гривен обошлась. А стоила она, представьте себе, там что-то там 500-600 больше. Но это реальная цена, потому что это фирма дорогая. Дальше, под мой пуховик теперь синий. Я теперь вообще крутая. Вот такую вот я увидела повязку. Мне она очень понравилась, так как я люблю такие повязки. Кто носит длинные волосы, меня поймет. Это так тяжело в шапке. Ведзе, вот этой фирмы, это Декатлон. И внутри, посмотрите, какая она тепленькая. Здесь такая, такой флис, она теплющая, вообще широкая. Так, это у нас Декатлон. В общем, она там стоила что-то там 100 гривен. Да, вот, Декатлон у меня. Повязка на голову. 109 гривен. Вообще класс. И она темно-синяя, подходит под мой теперь новый пуховичок. Так, и уже стандартно я взяла флиску, у меня Матвей такая есть, взяла уже больше размерчик вот этой вот фирмы. Это Декатлон. Так, взяла просто больше размер, 12-13 лет на 151-160 сантиметров. Вот так вот она выглядит. Здесь, конечно, свет у меня такой, просто такая синяя. Кстати, он у меня входит мне в школу, и в ней можно ходить в школу, прямо в школе. Флис бой стоит, вот, 229 гривен. 229 тоже будет ему на зиму. Дальше. Это магазин Сенсей с Соней, так как она ходила с нами. И я и хотела, так как у Матвея у меня есть, в H&M я покупала новогодний такой свитшот классный. То есть, что одеть на Новый год? А Соня выбрала сама себе это вообще, конечно. Вот такое платье. Я хотела взять розовенькое. Показывала, там снимала. Нет, розовое нет. В общем, вот это. Чуть великовато, правда, 116 рост. Смотрите, тут написано 128, странно, да? А здесь 116 пришито. Ну, в общем, суть не в том. Сейчас я вам так его... Вот такое, смотрите, тут у нас подкладочка. Тоже такая вот эта вот велюровая, да? И фатин. Боже, ну это вообще платье бомбическое, конечно. Значит, платье тоже вообще классно обошлось. 259 гривен. На кассе мне пробили 189 гривен скидка. Сейчас везде скидки, такие распродажи. Так что все, Соня уже у нас готова на Новый год. Такая в красном. Будет у нее такой шикарный наряд. В общем, детей всех нарядила. Все, я буду в своем новом пуховике на Новый год встречать под елкой. Вот. Так что вот такие вот были покупочки. Сегодня одежда.
Итак, покажу вам вблизи вот так вот курточку. Хотела показать состав. Это, вернее, даже не куртка, это больше похоже на пальто, потому что оно длинное. И что очень понравилось, что это очень теплое зимнее пальто, которое подойдет на морозы, наверное, на минус 20 точно. Здесь, получается, идет подкладка 100% полиэстер, содержание пуха вперед и спинка 70% утиный пух серый и 30% утиное перо серое. Вот, это торговая марка Outventure. Не знаю, первый раз мы берем такую торговую марку, но если кто был в спортмастере, то видел, что там очень много курток и не только. Спортивная одежда этой марки. Детские, взрослые, женские, мужские, лыжные костюмы. Даже я видела обувь этой марки. И сейчас хорошие вот скидки в спортмастере, потому что если вы крупные покупки делаете, там возвращаются бонусами 1500 гривен. И еще всякие там кэшбэки. В общем, это сейчас очень выгодно. Вот сейчас вам показываю. Куртка получилась еще дешевле, чем на ценнике. Вот эти проницаемые. Мне очень нравится, что здесь комбинированная ткань. Если оно видно на камере. Здесь более такая матовая. А здесь такая глянцевая. И рукава тоже сделаны в комбинированном таком варианте. Так, и... Вот, до локтя идет одна ткань, а дальше продолжение такой же ткани, как здесь идет низ. Очень глубокие карманы, такие теплые, мягенькие. В общем, вот так. Все, друзья, спасибо всем за внимание. Кому понравилось, поставьте лайк, это очень поможет моему каналу. А также напишите любой комментарий. До новых встреч, пока-пока!